Поклонники автоспорта в предвкушении возвращения легенды. В Кирове возобновляется традиция проведения гонок внедорожников «Джип-адреналин». Пауза с момента последних заездов растянулась на несколько лет. И вот сейчас у пилотов остаются считанные дни, чтобы подготовить свои машины к встрече с бездорожьем. Каким будет путь до победы, сегодня поведали в администрации города. Репортаж Романа Четверякова. Ностальгия по адреналину на большинство пилотов то и дело накатывала. Ведь на будущий год этим внедорожным гонкам исполнится уже 10 лет. Юбилей мог бы считаться полноценным, но по целому ряду причин стартовая отмашка судьями давно не давалась. Последний раз они отправляли экипажи на трассу 5 лет назад. В 2003 году по фотофакту и оценке оцепления был поставлен абсолютный рекорд спортивных соревнований со свободным доступом в городе Кирове. Это 25 тысяч жителей пришли посмотреть на них. Приятными воспоминаниями организаторы решили себя больше не тешить. Найдя поддержку в лице городских властей, они разработали обновленный формат автошоу. В его основу положены гонки сразу в трех классах. Друг от друга не отличаются требованием к автомобилям. Конструктивные изменения будут видны как на образцах отечественного автопрома, так и на иномарках. Как заметил большой знаток автоспорта Сергей Бусыгин, переоснастка машины под бездорожье может достигать десятки миллионов рублей. Соревнования на самом деле очень интересные. Сам я первый раз окунулся в трофи-рейды в 2000 году. До этого занимался более быстрыми видами автомобильного спорта. И меня удивило то, что в трофи-рейдах, оказывается, иногда бывали такие случаи, когда спешить никуда было не надо. И когда поспешишь, то можешь не доехать до финиша соревнований. Неоднократный победитель ледовых треков еще не решил, заявиться ему на гонку или нет. Заявочный лист пока заполнен 20 экипажами. Есть среди них и те, кто впервые вступит в борьбу с соперниками и непредсказуемой трассой. Как ты чувствуешь, машину сливаешься с ней, а когда это дело касается еще и бездорожья, то есть это вдвойне приятнее. То есть когда все это начинает спортивная усталость приходить к ногам, к телу, как бы к рукам, когда ты приезжаешь на финиш довольный, то есть это ни с чем не сравнимое. Чувство. Что касается самого полигона, а им выбрана Кикиморская гора, то он силами техники сейчас приводится в надлежащий вид. Его главное преимущество – это глиняный грунт, который в дождливую погоду способен создать множество трудностей для гонщиков. Как они будут с ними справляться, зрители увидят в субботу, начало гонок в полдень. Роман Четверяков, Игорь Охотников, Вести Киров.